критически важно запустить Северодонецкий АЗОТ на полную мощность, потому что от этого зависит судьба и благосостояние и десятков тысяч людей, которые или работают, или связаны с АЗОТом, и налоги, поддержка пенсионеров во всем этом регионе. И то, что предприятие 5 лет выдержало блокаду, скажем так, энергетическую, сырьевую, обстрелы, не сломались, люди остались на заводе, остались патриотами, запустили сейчас, правда, на привозном сырье. Это, конечно, дорогого стоит, это патриотизм не показной, а настоящий. Наша задача помочь предприятию выйти на устойчивую работу уже с работы Аммиакол. Этим мы займемся. Мы уже решили вопрос по заключению нового контракта на газ, который будет, цена которого позволит этим удобрениям конкурировать, быть прибыльными, а соответственно поднять зарплату для людей на предприятии. Она сегодня не на высоком уровне, надо поднимать ее, чтобы не ужали люди. И обеспечить предприятие электроэнергией. Вот это задача, которую мы будем решать. Мы попали сюда в феврале 2015 года, как только закончились обстрелы, и люди жили в подвалах, дома были разрушены, не было ни газа, ни воды, ни света, и пришлось восстанавливать, вот, в частности, вот этот микрорайон был практически полностью разрушен, не было никаких коммуникаций, и мы подключили сюда все предприятия, чтобы восстановить жилье людям, чтобы они смогли вернуться в свои квартиры. А вопрос сегодня у них один, это поддержка. Переселенцы, которые потеряли дома, поддержка людей, которые не могут прожить на эту пенсию, поддержка тех, кто потерял родных и близких. И вот это все люди ставят, и особенно здесь, вот они говорят прямо, что стрельба идет практически каждый день. Нет никаких перемирий, нет никаких остановки стрельбы. Вот как практически каждый день слышат звуки и практически каждый день подвергаются обстрелам. И дети, и взрослые, и мирные жители. Поэтому остановка войны, вот для них это сегодня это вопрос номер один. Чем ближе к линии фронта, тем острее люди ставят этот вопрос, потому что они каждый день подвергаются опасности. И они вот нашу программу, прямые переговоры, отвод войск, завершение войны вот, путем переговоров, они полностью поддерживают, потому что они как никто понимают, чего это стоит. А что касается в целом поездки, то я очень удовлетворен, мне очень понравилось, как встречали люди. Люди хотят мира, люди еще раз подтвердили, что для них ключевое это завершение войны. То есть это полностью совпадает с нашей политикой. И мы получили вот такой заряд бодрости и такой вот толчок, который даст нам возможность идти вперед. И мы убеждены, что все получится.